В 17-м занятии мы рассмотрим плагин под названием Color Hints. Давайте мы сюда введем. Так, Color и Hints. Вот он. Устанавливаем. И сейчас вы увидите, что он умеет делать. Очень часто нам надо, когда мы вот вводим цвет, какой-то указываем для определенного селектора, надо уже взять цвет, который мы использовали раньше. И мы тут мечемся по коду, ищем, где же нам его взять. Конечно, вот с этим плагином мы сразу видим, где какие цвета находятся. Но есть еще один момент. Например, давайте мы вот сюда введем. Следующая color, двоеточие, смотрите, я нажимаю решетка, и у меня появляется таблица цветов, которые мы уже использовали на сайте. Цвета эти идут от темного к светлому, и здесь мы сразу можем выбрать тот цвет, который нам нужен. То есть, видите, довольно удобно, не надо никуда лазить, я сразу выбрал нужный цвет, потому что обычно на сайте их немного. И таким образом очень быстро сокращается время на разработку сайта. Итак, в принципе, дуем теперь дальше.